Дело в том, что, собственно, День народного единства посвящен тем событиям, когда одержало победу Второе народное ополчение. Интервенты были фактически полностью изгнаны из территории России, и закончилось смутное время. Ну, конечно же, события начала 17 века – это не только события 1612 года. Это достаточно долгая череда междуцарствований. Это время, смутное время. Это, наконец, призвание на царство династии Романовых, первого царя из новой династии Михаила Федоровича. И, конечно же, мы стараемся показать не только краткое событие, связанное с Мининым и Пожарским, но и те события, которые предшествовали. И самое главное, конечно же, отразить событие, которое в этом году является юбилейным. Мы празднуем 400 лет династии Романовых. Конечно же, сегодня обязательно актер, который будет играть царя Михаила Федоровича, будет выступать. Традиционно у нас в реконструкции участвует около 30 человек во время сражений, но еще несколько десятков человек, одетые в мирные костюмы этого времени, создают атмосферу. В реконструкции у нас традиционно есть определенное количество основных реконструкций в течение года. Как только у нас заканчивается одна реконструкция, мы начинаем готовиться к следующей. Как только у нас закончилась реконструкция, посвященная Бородинскому сражению, фактически к этому моменту мы о нем забыли, начинали готовиться к Дню народного единства. Что сложного? Мы в этом году впервые будем использовать так называемый «Гуляй-город». Это укрепления, специальные укрепления защитные 17 века, которые были мобильными. То есть это была определенная деревянная конструкция, за которой прятались стрельцы. Как только они наступали, они могли также это укрепление за собой передвигать. В принципе, посмотрим, справится ли современная молодежь, современные реконструкторы с этими деревянными конструкциями. Посмотрим, насколько сложно было вести войну в 17 веке. Костюмы шиты по эскизам периода, по которому проходит реконструкция, это 1612 год, сделаны с костюмов, которые были. Нет, очень тепло, костюм имеет подклад, теплый, с двух сторон шерсть, как куртка. Тепло, есть, уютно, хорошо. Ребенку хотелось показать, да, рассказать. Это просто первое знакомство первоклассницы с историей России. Мне понравилось, что там поставили площадку, чтобы запоминать. Ну, сегодня, во-первых, необычный день. Теперь у нас в современной России отмечается День народного единства. И очень знаменательно, что в этот всенародный праздник проводится вот такое мероприятие. Мы, наверное, все сюда пришли за тем, чтобы прикоснуться к тем историческим событиям, связанным с Днем народного единства, и как-то приобщиться именно к истории. Посмотрим, какой будет исход этой битвы! Ha ha ha.